Всем привет, мы на канале Tempo Play, на связи Игорь. Продолжаем играть Far Cry 6. Посмотрим, куда нам нужно там отправиться. Да. Тут что у нас задание получается? Преимущество перед Хосе, нужно уничтожить его зенитное орудие. Два мы уничтожили в прошлой серии, нам нужно еще одно уничтожить, я так понимаю. А если посмотреть по журналу, здесь, я так понимаю, по уровню задания... Четвертого есть даже левела. Ну, что-то награда какая-то за них странная. Ну, дофига так. Вот, 300 прям дают. Ничего себе, идет станция. Ну, я подумаю. Ну-ка, посмотри, где она есть, находится-то. А вот она, по-моему, да? Метеостанция. Ну, что, можно попробовать туда сгонять, посмотреть, попробовать захватить ее. Получится, не получится. Давай, пока ночь. Как раз к утру, я думаю, захватим машину. Где у нас? Нужен транспорт. Не там, не там. Машина-то где? Машинка. Машинка, ты где? О, он, по-моему, ездить не умеет. Выходи, я сам за руль. Аккуратнее с ней, Мехита. Спасибо. Мохито, я за рулем поеду. Отойди, дай засяду-то. Так, я забыл поставить точку. Полицейский разворот был. Музыка, блин, честно, немножко напрягает в игре. За это YouTube ругается. За музыку, которая тут играет. А выключить я не могу. Да что ты будешь делать-то? Весь забор посносил. Ездит она машина, конечно, физика у нее просто отвратная. Ну хотя бы поворот вошла нормально. Так, мы почти приехали. Вот на станциях. Припарковались. Так, погнали. У нас оружие где-то было там получше. Вот это. Там, кстати, в магазине это оружие какое-то есть появилось. Ага, здравствуйте, вот он у вас проход. Так, а там... Осторожно, Дани. Что это было за прикол? Там я вижу плакатик. Стоит отключить камеру. А, ну камера сработала. Как она сработала, как это не пойму. Из-за того, что я убил его. Даже не прицеливаюсь, убиваю. Интересно, что будет, если... Интересно. Да фиг с ним. Сальдадос, мы тогда в наглую просто сейчас всех перестреляем. Что за бюст? О, ничего себе. Стреляй, это нормально так. Бафик вам. Беги, беги. Нас бьют. Сейчас отдышимся тут. Что это там такое?
что-то лежит интересненькое. Пропуск какой-то. Да, круто, кто-то уронил. Ну, мы тут пока полазим, посмотрим, может, что интересно найдем. О, а тут проход какой-то. Отлично. Неплохо зашел. Все собрал, нет? Пока этот будет что-то собирать, сейчас вертолет, по идее, улетит. Лети отсюда, голубчик, мне не нужен. Наверху никого. Там лазит один, вижу. Там вот. А там собака. Вертолет летает по кругу. Иди отсюда. Там тут никого нету. Граната! Ты что, офигели гранат кидать? Отдыхай, чувак. А, понятно. Его не надо было убивать. Он типа добренький был. Что такое? Повстанец, я вижу на дороге солдата, с которой движутся к тебе. Давай, скорее! Соединение. Что он делает, не пойму. Что происходит, не пойму. Ну, хотел выключить. Я им не дал. Зови, мерда. Не убивай его. Приманка. Наконец-то. Все. По-моему, все. Ну, давай как раз, я как сказал, к рассвету я захвачу. Там что-то есть. Гражданские. Да фиг с ним. Какие гражданские. Нехорошие. Выходи, поговорим. Готов вертолетчик. Долетался. Все, захватил. Отлично. Либертад захвачена.
Метеостанция наша. Данные какие загрузил, соответственно. А там что-то я еще не подобрал. Где-то там секретик, по-моему, был. Что у вас из оружия-то есть? Нет, ничего. Вот третья или четвертая звездочка была бы тогда нормально. А пока меня устраивает мое оружие. Вертолет доступен. Там вот что-то наверху есть. Или в здании. Где у вас? Что? Где вы спрятали? Наверху, что ли? Не пойму. А вот. Все? Порох? Да, порох. Хорошо. Подберем еще ресурсы, как немножко. Нафиг только не нужно, непонятно. Для улучшения оружия. И чё, куда? Так, здесь у нас 50 какого-то оружия или что-то того. Типа того, найдем. Понятненько. Так. Сюда. Как бы сюда добраться? Ну, далеко ехать довольно-таки. Ладно, поехали. Где тачка? Прикольно, тачка стоит. А я раз сюда ее парковал? Я что-то не помню. Возможно, я ее парковал сюда. Почти 3,5 километра ехать. Можно, конечно, вырезать этот момент, как я еду. Опять не дали. Задолбали его уже со своими блокпостами. Кто там? Выходи. Выходи сама, где-то есть, лазишь там. Ешь, плакат мне надо заплатить. Все. Не дают мне, короче, проехать. Постоянно приходится какой-нибудь пост захватывать для того, чтобы пробраться дальше. Портят мне колес на машине. Ну да, вот он стоит без колес. Все починил. Поехали дальше. Тут это вроде показывает недалеко. Так, а если сократить путь? Можно сократить путь. Ну, примерно. Что это у вас тут такое? Да нельзя разломать. Ну, ладно. Не очень-то и хотелось.
Оленьки бегают, это ничего себе. Вот откуда? Сейчас мы кого-то снимем. Бла-бла-бла-бла-бла. И сюда. Да, это я. Что у вас тут охраняется? Ничего интересного. Какая-то непонятная тут. Вот. Танцы или что это такое? Готов один. Охранник тут маловато что-то. Один все же с пулеметом. Что-то он уехал. Кто-то там собрался. И все. Один выстрел, лоб. Один выстрел, один труп. Куда он? Сюда? Это не камера. Готов. Металл. Камеру надо убрать. Вот. Кто-то там есть. Опять этот звук. Укрыт наверх, что-то там. Готов. Что это было? А вот и комп. Посмотрим, хороший ли из меня хакер. Пули ей не... Саму! Алекса! Кто там? Кто там? Где там? Опять этот шум. Yeah! Ну и говно, ярый интернет. Видите, отсюда что-то пришел, тут орёт, тут что-то ходит. Подбираем пока, взламываться. Записка на обёртке от шоколадки. Ну чё? Давай, давай, взламывай, взламывай. Давление дисциплинарных меров. Ну, это не такой читали, по-моему. Тут никого. Там не достанем, что там через стеночку. Вентиляция какая-то. Вообще куда надо? Эсо, пора валить. Чё там? Взломал, но он глючит.
Радарная станция. Какие-то мы тут раздобыли данные. А, вот что это такое. Ну да, походу только ходить по этой вентиляции. Здесь потиху никого не убивать. А я пришел тут потиху, убил всех. Идет лестница, вот наверх. Тут. Что там тикает? Хорошо, что он разминировать умеет. Это прикольно. Опаньки. Вышло бы сейчас. Бабах. Готово. А что там, собака не готова? А что это она неубиваемая какая-то? Ну и фиг с ней. Да хоть обгавкайся. Мне все равно. Собачонка. Джек у них круто отстоит. Ола, привет. Я вырубил радар. Нашей семье повезло, что ты здесь, Дани. Когда вонзишь Хасам нож в сердце, проверни его разок за меня. Какой ты трогай, чувак. Ага, операция совершена, чистое небо. Отлично. Чуть по 150 дают, мало опыта. Я вам 300 хотя бы дадут. Как будто никого тут нету в одного. Это что, ваша радарная станция? 5 человек всего лишь было. Чё-то маловато. Легко же тут с вами справился. Так, что нам куда получается по заданию сюда? Вернуться обратно сможем мы отсюда? Да. Но так сначала посмотрим по журналу, по заданиям. Нет, рановато еще. Знакомство с легендами какими-то тут. Это легенда 67-го. Иранские истории. Объекты военных по захвату. Ну, основной, я так понимаю, вот Либертат. Вот этот. 2300 до него. Ой, в аспиранцу надо. Ничего себе, далеко. В общем, по-хорошему надо здесь позахватить литейный завод какой-то. Я тут по дороге проезжал. Блин, дофига вот таких вот побочных заданий нужно сделать, чтобы... Там уже 9-й ранг. У меня еще 7-го нету. В общем, надо позахватывать что-нибудь. А там нельзя телепортнуться сразу прям? Вот объект я, который захватил, и вот он захватил. Можно, это хорошо. И отсюда мы сейчас. Ну, как дела? Да, вот далеко у вас объекты ваши по захвату. Мне надо 6-7 левела хотя бы набить себе. Встретимся у пещер Сусора. Почему ты в пещере? Достал всех в лагере, что ли? Нет, нет, пока нет. Приходи, нужна неотложная помощь. Ага. Медицинская. Ну, типа медицинская техническая, вот. Дизель Дейзи. Это что-то за задание. Где он находится-то? Это основное задание, я так понимаю, да? Вернуться на... А, ну по пути, в общем. Ну, пока мы сходим сейчас вот сюда. Там как раз дымит что-то.
Блин, вот нельзя как в пятой части, там прям сверхпрыгаешь и полетел, там сразу можно далеко улететь с парашютом крылом. Там можно было летать. Если хотите увидеть прохождение пятой части на канале, можете написать комментарий. Какие-то белки бегают или кто там. Сусликов, они зайцы такие. Это зайцы. С них только испорченное мясо. А вот там я вижу сигналку. И грузовик едет. А наверху никого нету. Камера. Готово. Лара, я рядом с каким-то литейным заводом. Черт, осторожно там. Я слышала странное об этом месте. Если все же приберешься внутрь, ищи машины, груженные металлом. Угонишь одну из них, нам достанется ее груз. Ясно. Знаете, что там? Дальник, где ты пропал? Мы ждем тебя в Эсперансе, Аора. Да, Клара. Уже в Эсперансе? Чё-то его быстро мне ждёте в Эсперансо. Чё-то тут, по-моему, вас многовато тут. Там инженер. Не-не-не, вы меня не должны обнаружить. Надо меня обнаружить. Не видите меня и хорошо. Кто тут прячется где-то? Ну здравствуй! Мистер Сексе, найти цель. Ё-моё, тут несколько трупов! Рассыпную! Выходи, гад. Я тебя не вижу. Вроде не сработало, это хорошо. Твою мать. Да все нормально, чувак. Не парься. Никого здесь нету больше. Главное на мины не рваться. Странные фигуры, это, наверное, люди. Меня кто-то слышал, по идее. Снайпер. Все, захватил. Ничего себе, круто. Я тебя не завод захватил. Даже как-то было легко. Карту мне откройте, пожалуйста. Там что-то есть. Где-то здесь.
порох или оружие. Где? Неужели под землей? Жуть. Люди из металла. Ну что у вас тут такое? Оружие какое-то вот редкое. Так, миномет. Это гранатомет. Ну подними. Опор где-то там был. Вот. А я под землей. А, лук. Композитный лук. Прикольно. В общем, ладно. Захватили. Так, поближе нам придется либо вот этот вот захватить. Табачный завод. Можно сходить сюда. Нам захватить вот этот вот. Получается. Ну, отсюда быстрее. Блокпост. Отсюда мы быстрее телепортнемся сейчас. Так. Машина нужна. Давай прокачусь. Я заберу тачку. Лосьента. Поверить, блин, не могу. Да, тачку можно забрать, прикольно. Но моя явно быстрее ездила. Нормально, едем дальше. Так, самое главное здесь блокпостом затормозить, мне даже 50 и отстреливать их. Там сумка как-то лежала. Да вылезет из меня. КПП. Надо аккуратно. Здесь надо аккуратно. Машина. Машина нам не нужна. Никого-то не видишь, чувак. Блокпост, он 3 человека всего лишь убил, блокпост захватил. Так, отсюда можно зайти? Конечно же. Пускать, все облазить, все подобрать. Пытается удрать. А теперь нам нужен вот сюда вот. Что там? 400 метров добежать. Я побегу, так. Прикрывай! Вижу тебя! Он готов. Чуваки, можете забирать машины, они вам годятся.
Все, нет. По-моему, все. Ладно, я поехал, пока. Ну что ты не едешь, что я не пойму. Возик не едет. Вылези. Клара, кажется, я подхожу к табачной фабрике. На ней может быть кое-что полезное. Постарайся разыскать там компьютер. Может, в нем хранятся ценные данные. Коню, я теперь твой айтишник, что ли? Айтишник. Конечно. Дани Рохас, айти-повстанец. Суэрте. Точно уже. Это третий компьютер, который я буду сейчас взламывать. Вообще реально айтишник. Черт, яд. Дофига у вас тут. Народца. Так, он вверху стоит. Пойдет сигнал к так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сигнал сработал, это плохо. Ты хоть просто не можешь там. Подлечись. Мина какая-то там лежит. Ух, нифига себе. Вы чё, психи? Выключи. А где уж компьютер-то? Мне нужен компьютер. У вас что-то здесь многовато, чуваки. Компьютер. Так, ладно. Ключ нужен. Блин, ключа нет. Где тут было это? Z.
записка. Гадов-то, выходи. Ура! Все, добегались. Это был последний. Захватил. Но когда сингаз срабатывает, посложнее чуть-чуть. Табачный завод Кастилью захватил. Чего тут есть еще интересного? Давайте, покажите мне. Где-то здесь. Либо наверху, либо в этом здании. Ну-ка, зайти я смогу. Да, зашел. Удивление всем сотрудникам. Все, все подорвало. Ну, вроде все. Теперь можно отправляться вот сюда. А быстрее будет сюда вот. На блокпост. Тут блокпосты здесь для того, чтобы перемещаться быстро. Нужно захватывать. Хоть они легко захватываются, но все равно. Немножко надоедает их захватывать. Эй, подойди! Хотя бы их и немного здесь. Чувак, мне нужна машина. Дайте мне машину. Погнали. Тормози, тормози, парниш. Стой. Ключ в замке зажигания. Не лихач на дороге. Muchas gracias. Ну почти получилось развернуться. Здесь нажать, он едет автопилотом. Да, поворачивает, конечно, автопилоте так себе. По полной скорости в последний момент. Ух ты. Курица, извините, я вас задавлю. Лосанья какая-то, лосанья. Куда он едет, я не пойму. Я уж мимо проехал, по-моему. Чуваки, вы меня патруль водите за нос. Там что-то есть. А, тут не странно, правильно пошел. Пещерк. Что это у них тут такое? Здорово, чувак. Эй, подойди. Этот день настал. Познакомься, Дизель Дейзи. Скорми ей бензин, и она выдаст тебе солярку. Мешаем с мылом и получаем напалм.
Напалм! Подпалим жопу Хосе так, что ей будет видно из космоса. Открой клапаны, посмотрим, на что Дейзи способна. Только нежно. Она стесняется незнакомцев. Тихо. Что нужно сделать? Три клапана открыть. А где они? Ну отойди, дай пройду-то, ё-моё, стал. Это скажи. Рубильники включить надо. Клапаны, клапаны. Рубильники. Теперь остальные. Сейчас займусь. Рубильник, кнопку. Молодец, герой. Нагревается. Моя Дейзи горячая штучка. Еще один. Лечи голову, Филе. Точно. Больной на голову. Давай, запускай. Время магии! Нет, 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 нет! У нас проблема здоровенная! Я уверен, Дейзи, я все сделал как надо. По-моему, ты сделал какую-то лажу. Это не должно было работать вообще. Герой, помоги. Опять помоги мне. Пинга. Дейзи сорвала крышу. Нам нужны запчасти, чтобы ее починить. Во-первых, особая печатная плата. Такие есть на нефтяных платформах. Это тебя расплюнуть. Но нужно еще кое-что. Это кое-что на крокодиловой ферме. Я скину тебе фотку. Сразу все поймешь, когда увидишь. Как говорят французы, шерше прям там. Шерши прям там, точно. Лады, герой. Будем творить магию вместе. И куда нам теперь отправиться, получается, нужно? Девушка-крокодиловая ферма. Далеко. Ну да. Раз, два. А тут вот убежище. Давай, сейчас мы отсюда переместимся поближе. Отметим точечку. Триста метров недалеко. Что это такое тут? Это у нас какие-то записки. Записки, что это? Буклетики. Отбираю. Вот, ну, ваша крокодиловая ферма. Что же я там должен найти? Магии Фили. Блин, вот тут крокодилы водятся, если чё. Не, не боится она меня. Смотри, не боится огня. Итак, Вилли, я сгораю от любопытства. Что же я должен найти? Крокодильную башку. Костюма маскота. Это очень-очень важно. Мне не стоило спрашивать. Ага. Просто... Башку. Делай свою работу. Крокодилья башка. О чем ты, чувак? Узик. Врагу от меня не сбежать. Крокодили слезы. Где-то рядом. Не уверен, что хочу знать, зачем Филе голова крокодила.
инженера. По-моему, все. Инженеров тут больше нету. Не понимаю, что я здесь должен найти еще? Где тут у вас? Там мазик. По-моему, в воде вас быстрее убить. Не, не пролезь. Сколько туда попасть хоть? Чё я тут должен найти? Чё Риза будет в восторге от этого шмата мяса? А, ладно, чё? Караху. Сколько тут голодных крокодилов. Выдевайте. Надеюсь, это все. Где ваш алмазик? Чё-то я не пойму. Нет ничего тут. Караху. Сколько тут голодных крокодилов. Ну, если только вон туда сходить, смотреть, что там есть. Видимо, ты... Видимо, ключ от нычки твоего дружка. Жаль, что ты его съела, но... А вот и Луис. Пинга. А сэр, да тебе руку отгрызли. Ну, как бы крокодилы, они у них зубы тупые, они не могут грызать. Они могут только отрывать своими тупыми зубами, цепившись в тушку. Караху. Сколько тут голодных крокодилов. Откручивать, скажем так. А, вот здесь ем. Сархенто. Кто там крокодил, не пойму. А как до того острова добраться? Плавь. А плавь у вас тут есть что-нибудь типа скутера? Угу. Не вялись вообще. О! Можно прокатиться на вот этой фигне. Тут ложишь подушку. Пролез. Погнали.
Как туда перебраться? Что ж здесь техника такая уродская вся? Убери оружие! Живо! Угрожает мне еще. Что за посудина? Давай попробуем на ней. Хотя бы работает. Слушай, пусть поплывет. А, нефтяная платформа, понятно. Я точно бы не добрался. А так, а вот хотя бы нормально. Так, у нас точка обзора, я смотрю. Вот лестница, мы сейчас уберемся по ней. Лара, Филли послал меня на нефтяную платформу. Отлично, это кстати. Захвати объект по имя Либертад. И не взорви там все. Нам нужна каждая капля нефти. Ясно. Угу. Всех перебить потиху. Я у нефтяной платформы. Что тебе тут нужно? Печатная плата. Это как кусок металла со всякими зеленушками. Отлично объяснил. Не хочу тебя торопить, но Дейзи ждет. А она не любит ждать. Ну, внизу пока никого нет. Так, один туда спрятался, я видел. Где-то растяжки я слышу, бегут. Можно выкачать нефть, чтобы все не рвануло. Что там еще? Так, ты мне не нужен. Ты какой-то тут мирный житель. Кто-то здесь есть. Снайпер, друг. Привет. Прикольно.
есть растяжечка. Туда не зашел. Вот инженер. Может пригодиться. Вот и плата. Вилли, все, что нужно у меня. А крокодилья башка? Си-си, и она тоже. Я буду любить тебя до конца своих дней. А теперь возвращайся к Дейзи. Чуть не спалило. Блин. Какого хрена тут камера? Только плату нашел. Вот, опять. Черт! Готов еще один. Так, наверху там остался один. Снайпер. Да, отдыхался. Все, ушка наш. Ну все, получается, захватил. Круто. Теперь я сам могу телепортироваться. Ну давай, отправимся сюда. У нас доступно высадиться теперь. Во, я как раз тут говорил про пятую часть о том, что нельзя телепортироваться, вернее, телепортироваться, но нельзя лететь на парашюте, там на костюм крыло использовать. А тут можно. Так. Я забыл включить навигацию. Нам сюда же нужно. Заданию сдать ему. Прикольно придумали. Парашютик. Тикс. Мы уже на месте. Ты веришь в магию? Понятно. Положу барахло Фили на его верстак. Давай положим. Фили? Да, а что? Вот, смотри. Почему на Дейзи СВУ? Порой нам приходится причинять боль любимым. Но сначала я починю ее. И она самодельное взрывчатое устройство, типа СВУ. А это зачем? Чтобы пробудить магию Фили. Говорю, шизик майлстон. Вот так, Дейзи! Чудно! Ну, она нас нападает уже. Классно. Ну, давай отстреливаться. Что там прочитать? Царапин рецепт. Сигонию.
кто следующий? Он получает повреждение. О, еще бегу. Вот так, герой! Кто там еще? Подходи. Не помню где. Кто стреляет-то? А, наверху. Откуда они еще? Так, снизу. Да стой ты. Вот они, гады какие, бьют и бьют меня. Я попал по тебе, гад. Все. Только полдела? Дейзи старается как может. Ну, отбиваться опять дальше. И вот там, дай пройти-то. Вот он бестолковый-то. О, здравствуйте. Там сзади бегут. Наверху. Так, внизу теперь. Кто следующий? Мне тут получается на газуке надо будет драп потом еще, да? Харе уже давай, заканчивай качать. Откуда они там бегут-то? Блин, тут не могу туда повернуть. Вообще они какие-то неубиваемые, я не понимаю, почему. Давай сюда, герой, нам пора. Сейчас буду. Что надо делать-то? Угу. Ну, отбились вроде. Стреляют так, будто сами себя взорвать все хотят. Поможем же им. Связи нет. Нет. О, конью! Я вывезу грузовик. Позаботься о дизель-дезе. Не дайте им солдафонам до нее добраться. Ну, хорошо. Я понял тебя. Дал мне. Поцелуй Дези на прощание. Физик. Конья.
Все. Мьерда. Да, мьерда. Все, Филли. Дейзи... Нет, стой. Хочу запомнить Дейзи такой, какой она была. Она тебя любила. Слова плохого не сказала. А, ладно. Ее жертва не была напрасной. Она одарила нас литрами своей горячей испарины, которая прольется на Хосе, подобно огненному ливню. Если бы только Дейзи могла это увидеть. Мне жаль, что ты потерял ее, Филли. Она ж не живая, кончай чудить. Чудик сам ты, чувак. Так, операция завершена. Получается, нам нужно... Чего? Все. До 7 левела немножко не хватило. Такси. По заданию нам нужно... Ну, отправиться, я так понимаю, в основном лагерь, там задание взять. А можно и, в принципе, не отправляться, отсюда какое-нибудь задание выберемся. Продолжим в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Всем удачи, всем пока. So strong enough.